людям в России подарили очень важную вещь. Они имеют возможность испытывать сопричастность к сильной агрессивной стае. Это очень важно для людей, у которых нет никакой своей собственной интеллектуальной жизни, которые умучены браком ли, ипотеками, выживанием, мизерностью зарплат. Для них очень важно, что они часть какого-то великого, сложного, загадочного, еще и с мистическим подтекстом процесса. И вот это ощущение у них всех действительно есть. И они ради того, чтобы оставаться в этом ощущении, они готовы будут жертвовать многим, жертвовать удобствами. Они постепенно сдают какие-то свои привычки, они постепенно отказываются от каких-то тех благ, которые на них свалились в 2000-е годы, но они выносят это, в общем, стоически. Это бы звучало кошмарно из моих уст, если бы я не знал точно, что мнение этого большинства не играет вообще никакой роли.